вот у меня есть такой проект, называется «Вторая жизнь бутылки». Сначала это была одна бутылка, две бутылки, но потом это уже стал проект. Пришла к тому, что очень много тары выбрасывается, ее надо использовать с делом. То есть это получился как эко-проект. Вот такая, это как декор на стенку. Раньше вешались тарелочки для декора, везли мы за границей. Сейчас вот такая бутылочка и с фужером. Есть такая, значит, тарелка, вот она большая, вместимостью она на 1,5 литра, она с бортиком, она очень хороша для подачи еды, так и называется, для интерьерная посуда для подачи еды. Очень пользуется спросом у рестораторов. Вот внизу, там тоже есть литровая такая, но там более светлые бутылки, на ней очень красиво смотрятся помидоры, огурцы и даже селедочка. Вот, ну что вам еще рассказать? Ну, люблю я этот проект свой, потому что очень люди удивляются и тоже любят это все, как вам сказать, ну, весь этот декор. Но вообще занимаюсь еще витражами, фьюзингом. Это все мои работы. Но это было баловство бутылки, а потом это переросло в коммерческий проект. Вот что я хотела вам рассказать. Занимаюсь этим я уже 10 лет. Жила в Европе, оттуда привезла все это дело. И как-то здесь оно 4 года участвую на Арт Ростове. Была на Арт Воронеже, на Арт Краснодаре. Но ростовчане более активный народ. Они очень любят посещать нашу выставку Арт Ростов. И вообще, девочки наши молодцы. Организаторы. И самое главное, вы не сказали, как вас зовут и как вас найти. Значит, зовут меня Валентина. Я в Инстаграме зарегистрирована Бороденко 46, Бороденко латинскими, с маленькой буквы. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, всегда рады. А приобретать вашу продукцию можно как? Можно тоже через интернет, через Инстаграм. Потом я участвую на Хорике, на выставке. И очень часто хожу, она Расквартал, есть такая у нас... Сейчас прорекламирую вам одно мероприятие фестивальное, которое называется «Сыр, вино и джаз». Проходит оно в Дон Плазе, это бывший интурист, от 18 мая. Там будут представители фермерского сыра, представители донского вина, кубанского, и даже уже крымчане приезжают. Так что приходите. Очень интересное мероприятие. Очень. С 12 по-моему, до 6 или 7, ну, вторая половина дня. Приобретать можно только здесь на месте. Вы высылаете, если могу как? Могу высылать, могу. Но вы знаете как, если у меня, допустим, есть рестораны заказывают, да, то немножко надо будет подождать. Ну, это все... Все реально. Все реально, все решаемое. Связываться с вам там же, да, в соцсетях связываться. Просто написать мне и... Одноклассники, в одноклассниках не сижу, ну, а вот в Инстаграме иногда посиживаю. Ну, проблематично мне с интернетом, не люблю я его, но приходится. Огромное вам спасибо, удачи. Спасибо вам большое. Великолепнейшей работы.